Всем привет! Всем привет! Вы на канале Ева энд Плей. И сегодня мы открываем чупа-чупс. Яйца свинка Пеппа! Да, у нас сегодня 8 яичек чупа-чупс. Да, и герои. Да, и вот у нас сколько помощников. Это целая команда свинки Пеппы. Да, хотите расскажу, кто это такие? Давай, расскажи. Это герои из свинки Пеппы. Это Джордж, это кролик Рич, крольчонок Ричард. Это Сьюзи, это Кэнди, это мама свинка, это Пеппа, это слоненок Эмили. Это кто? Это Педро, а это папа свинка. Вот такие вот, такое семейство хрюшек, да? Ну что, давай покажем какое-нибудь яичко. Какие у нас сегодня яички? Мы уже открывали яичко свинка Пеппа, да? Да. Синенькие, по-моему, да, они были у нас? Да, сейчас они были у нас желтенькие. Новогодняя коллекция. Сейчас вот такие яички. И давай, приступаем. С какого начнешь? С этого. С этого же и начнешь. Давай, держи тебе тарелочку. Спасибо. Открывай на тарелочкой. И давай, или так, понял, пусть они прям так посередине и стоят. Прозрачный капсул у вас. Ничего себе. Джорджик опять, да, попался? У тебя теперь есть резиновый Джорджик, и теперь с ним будет еще и пластиковый Джорджик из чупа-чупса. Вот такой вот крошечный Джорджик. Пират. Давай, держи. Показывай. Он на подставочке. Да, вот такой вот Джорджик. Новый вкладыш. Давай, пока покажу вкладыш, а ты попробуй собери Джорджика. Инопланетянины. Это что за тебе телепузики такие у нас? Так, вот такой вот вкладыш. Какие-то инопланетяне тут могут попасться. Может, нам попадутся сегодня. А у нас сегодня и не инопланетянин, да, у нас сегодня пират. А вот, вот здесь есть пират? Вот такой пират нам и попался. Джорджик. Вот он. Вот такой это вот же, друзья, пират. Пеппы и Пеппа сама. Здесь есть инопланетянины. Такой вот забавный Джорджик. Это, кажется, эти. Те, вот кто в космос летают. Это не инопланетянины. Да? Сейчас мы его покажем поближе, покрутим. Да. А ты пока открывай следующее яичко. Хорошо. Вот так быстро. Да. Это... Да не смотри. И уже посмотрел. Ну давай, я тебя открою. Тяжело, как запечатали. О, держи. Это Пеппа медсестра. Ничего себе, ты уже и посмотрела, какая именно, да? Ага. Вкладыш такой же. Вкладыш не будем показывать? Да. Давай покажем я Пеппу. Сейчас медсестру. Вот такая вот свинка Пеппа медсестра. Такая вот крошечная. Но забавная, да? Да, очень забавная. Сейчас мы ее еще поближе покажем, покрутим. Так, открывай следующее. Кто же там? Не смотри, не подглядывай. Или тоже подглядела? Да, непонятно. Непонятно? Я подглядела, но непонятно. Держи. Кто это? Пеппа инопланетянин. Ничего себе. Класс. А там у нее еще подставочка, да, она да должна быть? Голова внутри шарика. Давай посмотрим поближе. Так, что-то у них подставочка как-то не очень хорошо крепится, ну ладно. Отваливается. Вот такая вот Пеппа инопланетянин. Да. Вот так придумали, да? Коллекция инопланетян. Инопланетян. Так, пока мы смотрим ее поближе, открывай следующее яичко. Так, давай сразу открою тебя. Я не подглядывала. Не подглядывала? Молодец. Держи. Это Пеппа медсестра. Опять медсестра, да? Да. Опять медсестра. Опять медсестра. Ну, да, значит, ставим ее сюда опять. Вы ее уже видели. Давай дальше.
Так. Я не подглядываю. Что-то желтенькое, по-моему, белеется. Да. Я увидела так, только держи. Желтенькое. Это Пеппа Пожарник. Ничего себе. Пеппа Пожарник. Пожарный. Да, пожарный. Так. Ой. Плохо, да, держится у них вот эти подставочки почему-то? Да. Вот такая вот Пеппа. Маленькая Пеппа. Пожарный. Пеппа Пожарный. Или спасатель. В общем, МЧСник какой-то. Так, пока накрутится, открывай следующее яичко. Да. Шарик. Так. Колесо кругленькое. Ну-ка, ну-ка. Что там у нас? По-моему, что-то такое мы уже видели. Да. Тяжело запаковывать все-таки. Опять Пеппа медсестра. Ну вот. Третья медсестра за сегодня. Зато три медсестры могут вылечить в три раза больше людей. Mm-hmm. Или свиней. А вот хочешь? Или такую инопланетянина. Еще одного инопланетянина. Ребекка, это та, что сушила. А, Ребекка инопланетянина. Ага. Ну, давай. Будем надеяться, что именно Ребекка инопланетянин у нас и появится. Да, может, я уже покраснела. Ну, есть маленько. Чуть-чуть красненькая. Так, не смотри. Кто-то не подсматривай. Кто-то в шлеме. Держи. Это же Зои. Ничего себе. Инопланетянин, как ты хотел, но, правда, не Ребекка, да? Да. Ну, тоже неплохо, по-моему, да? Да. Пожалуйста. Зои. А есть еще такой мультик, какой-то, который ты любишь. Ой. А вот Зу. Да. Он похож чем-то на Зои, да? На какой? Ну, вот это вот Зои? Да. Это кто, это зебра? Да, это девочка. А есть еще мультик «Непоседа Зу». Да. Там тоже. Там Элзи. Значит, это Элзи. Давай. И целый хоровод. Пока у нас она крутится, открывай последнее яичко. Последнее яичко, и что же там попадется? Да, интересненько. Целая тарелка шоколада, да, у тебя? Давай, открываю. Что же там? Держи. Инопланетянин. Какой? Опять Пеппа? Да. Такой же, как у нас был, да? Да. Ну что ж поделаешь. Вот такие вот у нас сегодня попались свинки Пеппы. Давай их все выставим. У нас попалось две одинаковые медсестры. Три. А, даже три. Да-да-да. Три медсестры, что-то у нее ноги отваливаются. Так, три медсестры, два инопланетянина, свинки Пеппы, один инопланетянин Зои, свинка Пеппа пожарный и Джордж пират. А может быть это и... Нет, это, наверное, все-таки Джордж, да? Это не Пеппа пират. Да, это Джордж. Так, вот такие вот у нас персонажи. Сейчас мы их покажем поближе. Да. Интересные были. Интересненькие. Ну что, Ева, понравилась тебе коллекция? Да. Классная, да? Очень. Вот мне чем нравятся яйца Чупа-Чупс, так тем, что в них почти всегда попадаются коллекционные игрушки. Вот в киндер-сюрпризах бывает попадаются и что-то еще не то, что вам хотелось бы. Так что, но зато попадаются часто одни и те же. Да. Как и в киндерах, впрочем, да? Ну что, будем прощаться? Да! Давай. С вами был канал Evan Play. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. Пока-пока.